Если хочешь, бери и читай. Под таким девизом в Самаре появился еще один ящик для обмена книгами. К всемирному движению, которое в Европе называют «Буккроссинг», присоединились самарские студенты. Небольшой пункт, куда можно нести литературу и одновременно взять для чтения любое произведение, разместили прямо на стене одного из вузовских корпусов. Несмотря на прохладную погоду, мини-библиотека постоянно пополняется и пользуется успехом у учащихся. Чтобы каждый студент мог, собственно, в свободной для себя форме взять, почитать все, что он хочет. Не только техническую литературу, но прежде всего как раз литературу художественную. Люди смогут читать именно ту литературу, которую читают их друзья, их товарищи. Это же круто. И им будет о чем поговорить не в социальных сетях, а именно вот они придут на пары с этой книжкой и скажут: «Это ты положил, а я ее прочитал, давай пообщаемся».